В канун Дня Победы Юрган запустил челлендж «Стихи войны». В группе ВК телеканала будут появляться ролики. Журналисты, общественные и политические деятели читают стихотворения, посвященные тем непростым для страны годам, героизму советских солдат, тружеников тыла. Мы призываем подключиться к акции журналистов других СМИ и своим примером вдохновить жителей Коми прочитать любимые ими стихи. Достаточно записать видео, выложить в соцсети, подписать хэштегом «Стихи войны». Присоединился к миссии даже глава Коми. Дорогие друзья, завтра День Победы. Мы родились в мирные дни, и для нас война – это воспоминания, письма, фильмы, песни и, конечно, стихи. Для акции «Стихи войны» я выбрал стихотворение Алексея Шамарина «Никто не забыт». Никто не забыт, и ничто не забыто, горящая надпись на глыбе гранита. Поблекшими листьями ветер играет, и снегом холодным венки засыпает. Но словно огонь у подножья гвоздика, никто не забыт, и ничто не забыто. Это стихи войны, чтобы помнить.